Здравствуйте, я Турсунбек, меня зовут официант. Если хотите, заказывайте, заказывайте. Если не захотите, зачем заказывать? Просто садите, погрейтесь. Да. Турсунбек, вот тут на бутылке коньяка написано «Хенне». Да. Что это? Ну, это «Хеннес», и просто у нас фломастер закончился. Турсунбек, можно бутылку минеральной воды? Тебе без газа или с? Без газа. Давай с. Без газа. Давай с. Без. Какой ты упрямый. На, пожалуйста, без газа. Официант, я готов сделать заказ. Давай. Мне, пожалуйста, фрикасе с кроликами, мидии, это вино, филе тигровой акулы. Короче, понятно. Айгуля, чай фантазеру. Это стол за зеребериван. Что? Стол за зеребериван. Что вы говорите? Я, короче, иди, мест нет. Чего ты мне голову морешь? Да постойте, это я днем этот стол зазервировал. А ты зазервировал? Думаю, кто зазервировал? Давай, давай. А что вы мне можете посоветовать? Беги отсюда. Что? Беги отсюда, здесь небезопасно. Беги отсюда, давай. Турсунбек, почему у меня в счете написано 200 рублей за живую музыку? Я лично ничего не слышал. Где? Дай мне. Айгуль! Я сейчас полностью. Сейчас исправим. Ах, какая женщина! Какая женщина! Где борщевые хотя бы чиви оставьте, пацаны, не ловлю.